приехал мотобуксировщик. А ну, кто его привез? Дядя Вадя привез! Привет! Всей честной компании. Темно, правда, очень-очень видно вас. Ничего страшного. Меры предосторожности. Да-да-да. Знаки. Домой пошел, домой родного. Новогодний антураж у Саши в гараже. Все. Теперь только его это стягивай. Как будто он с той стороны. Вот это я взялся. Что это вот? Спину схватил? А? Да. Спину, что ли, блин, схватил? Угу. Ну, что, ох ты, как плесень стал. Сядь на этот. А вот тут, смотри, где есть. Ага. Собачий печет. Радость пришла с этим Новым годом, с дядей Вазей, дядей Вазей. Вот неожиданно. Неожиданно сломался. Да что-то безголово дернулся. Да, ну надо же аккуратнее, я же говорю, что надо все вместе подошли, взяли и все. И вот так случилось. В общем, вот он, мотобуксировщик, ребят, с интересной комплектацией. Но сегодня мы уже не будем тут ничего делать, пока тут надо было почистить туда-сюда. Завтра мы его будем собирать, и завтра немножко вам про него расскажем. А сейчас дядя Вадя пускай расскажет, где он живет сначала. Я там живу. А то люди не понимают, что дядя Вадя вообще с другого города, ребята. С города Сосногорска, я сосногорец, горский парень. Да, и чтобы сюда приехать на рыбалку или еще что-то, надо проделать большой маршрут, ребят. Он, кстати, веселый, мне нравится. 200 километров красоты. Вообще классно. Не, маршрут-то красиво, да. Но 200 километров это все-таки... далековато. Нынче все что-то стоит, особенно удовольствие, а из природы это вообще красота. Нехай оно денег стоит. Не, ну факт в том, что часто ты не можешь это быть по этой причине, что далеко. Ну да. Что далеко, ребята? Ну еще есть у дяди Вади свои дела. А дела своих расскажешь? Оп, не расскажу. Вот, такие у него секретные дела, ребят. У всех свои дела есть, свои заботы. Ну, хозяйство, куры, овцы, ты че? Вот, овцы. Да, птица, все. Пшено перебрать, там, просы перемесить, дрова намесить. Скажи, когда скучно, я возьму гречку с просом, смешаю и рисом, и потом отделяю потихоньку. Долгими зимними вечерами. Чего, делать нечего, так сиди. Да, так что вот так вот. Не просто так его нету. Или не часто в кадрах. Не, ну с другой стороны приятно. Потеряли. Драгоценного человека. Знаешь, как классно, когда тебе ценят. Вот он. А вот мы его нашли. Или он сам нашелся, как там получилось. В общем, все, чики-пики. Всем привет. Так, ну а вас всех с Новым годом, друзья. Желаю вам всем счастья, здоровья, улыбок, настроения хорошего. Чтобы у вас в 2023 году все случалось так, как вы задумывали. Все получалось. Какие-то разные, как говорится, достижения достигались. Ну, а также желаю вам всегда мира в дом. Ну, счастья, как я всегда говорю. И добра. Ну, а мы с вами завтра, ребята, уже встретимся. И будем колдовать, собирать
Это этот чудесный снегоход, снегомотоход. О, он же мотобуксировщик, он же мотособака. Мототолкач. И он же мототолкач, все он. Алексею большое тоже спасибо, с Новым годом вас, ребята, компания «Ураган». Большое спасибо, что сдержал слово, что собрали до Нового года. Правда, вот у нас немножко не получилось с транспортными вот этими всеми заморочками, его прям до Нового года. Ну, сегодня 3 число, и вот он уже здесь. Все-таки случилось, все-таки срослось. Всем привет, ребята. Всем компании «Ураган», с Новым годом. Делайте новые модели, делайте лучше, больше и качественнее, как говорится, чем кто-либо на этом рынке. Привет, ребята. Ну вот, наступил следующий день, и мы в гараже. Вдруг нам Александр предоставил теплый гараж, светлый, как раз с праздничным настроем. За что тебе, Саш, спасибо большое. И сейчас будем распаковывать его вместе с вами потихоньку. Я вас буду знакомить, какая комплектация данного снегохода. Это у нас, по большому счету, тайга, но короткобазная. Не длинная, там есть 2 метра. Вот, это 1,85 м идет. Но гусеница здесь на 60 от тайги стоит. Литая, сплошная. И протектор у нее на 2,5 мм больше, чем у нас в свое время был. То есть здесь 30, по-моему, 4,5. Ну, я могу ошибиться. Буду вспоминать вместе с вами, что мы назаказывали. Вот. Ну, вот такой дополнительная опция у нас. Это самая длинная волокуша, которая есть. Он, по-моему, 2,10 или 2,15 длиной. Которую мы прошлую заказывали, они покороче и даже, по-моему, поуже. Я вот что-то смотрю, здесь такое вроде ощущение, что они пошире. Вот. Ну вот сюда, например, палатка уже полностью будет входить, которая у нас была. Но которая будет, я думаю, тоже сюда войдет. Ну и вообще много барахла. А также у нас все равно есть еще одна волокуша, поэтому ничего страшного. Так, давайте будем потихоньку распаковывать. Видео, наверное, длинное будет, затяжное. Но ничего не поделать. Так, это что такое? Это ручки, что ли, дергать? Наверное, да. Наверное, вспомогательные, ага, для удобства. И не холодные. Типа брызговик. Так, это у нас от Бурана коробка, задний реверс. На прошлой модификации у нас этого не было. Вот, и здесь цепь стоит, одна из самых лучших, ну, типа позолоченная. Вот, еще у нас здесь есть успокаиватель цепи, успокоитель. Чтобы не было каких-то моментов по поводу там слетело что-то. Мотор, ребята, у нас уже здесь стоит 20-сильный. Там был на той 15 сил. Но когда мы ездили очень далеко и много людей у нас было, там брат еще вот у нас покойный был, Коля, там Дениска, куча вещей, на 2-3 дня ехали. В длительные, затяжные такие вот подъемы было немножко все-таки тяжело. Либо резкие такие подъемы, тоже затяжные. На 15 силах было тяжело, и приходилось ребятам соскакивать и пешком подниматься. Сейчас, ну, мы думали, 18,5, в принципе, хватило. Ну, уже, как говорится, была не была, поставили 20-сильный, заказали, нам поставили 20-сильный мотор. Теперь, я думаю, вообще никаких проблем не будет с какими-то там подъемами, тем более гусеница шире и протектор у нее больше. Не знаю, может быть, есть советы, говорят нам бывалые рыбаки, еще зашиповать ее. Но я не знаю, пока, думаю, шиповать ничего не будем. В общем, повторюсь, длина у него такая же, 1,85 м, как у нас был промысловик. Это, еще раз говорю, это не промысловик, это совершенно другая модель. Ребята, которая гораздо мощнее, серьезнее, как говорится, и так далее и тому подобное. Так, что тут у нас? У нас тут есть ветровое стекло с фарой. Привязано со всех сторон. Сейчас аккуратненько отрежу. Вот такое вот защитное ветровое стекло с фарой и со столиком. Это крепление на руль. А сейчас пока в сторонку уберем. Гофр, ребят. Гофр заказали большой. Он, по-моему, на 180 литров. Вот. Здесь также отбойники сделаны, чтобы вот этими углами не цеплялось нигде в лесу. Потому что бывали не часто, но бывали прецеденты, когда ты едешь по лесу и там за какие-то деревья цеплялось. Ну, у нас
ничего с ним так и не случилось. Все нормально. Ну, видимо, у кого-то когда-то какие-то были трудности, проблемы с этим. И компания «Ураган» сделала еще вот такие вот металлические отбойники. Для того, чтобы гофр не ломался. Компания «Ураган», между прочим, чем вот мне нравится, они учитывали и учитывают по сей день разные изменения, которые, например, люди делают, объясняют, грубо говоря, доказывают, что так лучше. Мы тоже в свое время, когда испытывали первую модель промысловика, ну, одну из первых моделей, мы тоже дополняли, как бы звонили, рассказывали, что лучше. И вот, например, я здесь вижу, учли этот момент, поставили здесь фаркоп. То есть стоит уже, ребята, фаркоп. Вот так. Сюда пристегнул все, курок этот, грубо говоря, взвел. Защиту поставил и все. Ну, можно есть еще другие фаркопы. Это гораздо удобнее, чем закручивать, вот как у нас было. Постепенно компания учитывала все моменты, и они в итоге внедрялись. И мы теперь видим вот этот вот довольно-таки огромный аппарат. Так, что мы здесь наблюдаем? И здесь сделали тоже защелочку, чтобы она не болталась. Ну, я же говорю, все мелочевки, все учтено, все сделано, все хорошо. Это у нас коромысло сюда, пока уберем. Так, запасные части. Это что такое? Также я цепку заказывал. Одна обычная усиленная, одна позолоченная. Заказывал звездочку на всякий случай. Тросик запасной, все это есть. Пока я это все вижу, не вижу только одной опции. Это у нас еще документы. Это ключ. Вот, как раз, а то я думаю, как мы его будем собирать. Также я здесь вижу чехол. Но я вроде чехол не заказывал. Это, возможно, от Алексея подарок. У нас был чехол от старой модели. Мы его, правда, не ставили. Не подошло там что-то. Думали, если что, сюда поставим. Поэтому я ничего не заказывал. Но вот он, как вы видите, есть. Ну, этот больше. Поэтому, наверное, и дали его. Ну, да, с другой стороны, я уже понял, что если бы мы и заказали, точнее, не заказали, а тот ставили, то он тоже, возможно, бы сюда просто не подошел. Я так понимаю, эта ткань не горит. Так, ну ладно, я весь его не буду снимать. Также есть вот такой стартер ручной. Ну, вот такой вот мотор. КР-460Е 20 сил. Пахнет, да, как? Угу. Пластмассой новой, с бензином. Да, новый. Так, это у нас воздушный фильтр. Это что здесь? Это, наверное, прокладка на карбюратор. Прокладку я вроде бы тоже заказывал. Хондовская. Ну да. Вот тут какая-то лежит прокладочка. Фильтр. Все есть. Все, как говорится, хорошо. Так, если мне память не изменяет, это все равно надо будет снимать, чтобы тросик подключать. Вот, еще одну штуку увидели для себя новое. Это, видимо, отсекатель всяких там снега, всякой ерунды. Хотя здесь у нас стоит система самоочистка гусениц, но она там, внутри. А вот эту штуку я еще и не видел, не знаю. Мы вроде не заказывали. То есть это, возможно, очередной, как говорится, подарок от Алексея. Кстати, ребята, очень много было комментариев, когда же мы его купим, когда же мы его привезем, мол, типа затягивается сбор и так далее и тому подобное. Сбор начинался в конце весны и закончился где-то к середине осени. Поэтому те, кто там пишет годы или слишком собираем, это все неправда. Это первое. Второй момент. Мы не работаем на компанию «Ураган». И мы не VIP-персоны. Нам его собирали в порядке очереди, ребят. И поэтому мы ждали. Алексей сдержал слово, сказав, что сделает его до Нового года. Вот, до Нового года он пришел в Сосногорск, так как дядя Вадя занят был, работал, а у нас, как говорится, своих возможностей не было его поехать забрать. Мы ждали праздников, дядя Вадя приехал и привез мотобуксировщик. Поэтому, как говорится, все шло своим чередом, все хорошо. Вот он. Транспортные расходы у нас составили до ухты 18 тысяч 10 рублей. Вот, и дядь Вадя мы 3000 давали на топливо. Доставка 21100 рублей, обошлось до Вуктыла. Мы живем, кто не знает, в республике Коми, город Вуктыл. А собирали его, делают его в Череповце. Саня, смотри, какие усиленные. Еще и с гофрой.
Сейчас продолжим распаковку. Что у нас здесь есть? Так, это у нас накладка, по-моему, сюда. Если мне память не изменяет. Да, это сюда накладка. Потом ее приклепаем. Это чтобы можно было цеплять прямо за мотобуксировщиком. Ну а если будем вторую цеплять ее, то эту штуку можно и не одевать, по идее. Так, это у нас сидушка, ребятки. Вот такая вот мощная сидушка. Так, это у нас оглобля. Оглобля усиленная. Прям ничего себе, в два раза усилена. Да, ну она и та у нас никаких проблем не было с оглоблей. Ну, эта техника помощнее. Ну, как бы уже, думаю, ну надо взять поусиленней, помощнее тоже. Пусть будет. Как говорится, хуже от этого не будет. Вот, и насколько мне известно, металл, из которого делается оглобля и рама, он тоже холодной закалки вроде бы, то есть какой-то усиленный металл. Поэтому, например, за те годы эксплуатации нашего мотобуксировщика у нас он нигде ничего не треснул, нигде не сломалось, ничего. То есть все проработало хорошо. Ну, я думаю, с этим усиленным вообще вопросов не будет. А также я смотрю, здесь есть типа чехла. Брызговик. Типа брызговика, да, для того, чтобы не залетал снег, не летел. Это, кстати, хорошо. Ну и что, руль у нас тоже мощный, как я смотрю, с амортизатором усиленный. Так, и я что-то не пойму, раньше руль был вот такой прямой, а сейчас с наклоном. А также я здесь вижу большой типа гофр, чехла, чтобы сюда ничего не залетало. И ветер будет меньше, и если что-то положить, а сюда можно ложить груз, ну, умеренно, скажем так, чтобы его не закидывало снегом. Нормально. У нас в данной сборке на самом деле очень много дополнительных опций стоит. Сама базовая модель, если мне память не изменяет, что-то там около 140, что ли, или 50, или 60 тысяч, я не помню, стоит. Это с обычным рулем, там, такое все. Скажем так, грубо говоря, по минималке, вот как в магазинах продаются обычные сборки какие-то, да, вот. По минималкам он там гораздо дешевле стоит, чем обошелся нам. Мы вот и двигатель поставили больше сюда, и коробку заднего хода, усиление цепи, мощную цепь, успокоитель здесь стоит, это как доп. Опция. Вот эти ручки как доп. Опция идет. Соответственно, гофр сам, это дополнительная опция. Его же как бы надо сделать. Вот эти штуки тоже будут считаться дополнительной опцией. Чехол это тоже дополнительная опция. Ну, сани, само собой, они вот эти, как говорится, не входят, грубо говоря, в полную стоимость. Вот эта вот штука, это тоже дополнительная опция считается. Подогрев ручек заказали опять. Довольно-таки приятно ездить с греющими ручками. Вот, это тоже дополнительная опция была у нас. Продолжаем. Сборку-разборку, распаковку мы уже сделали. Сейчас будем потихоньку собирать, все прикручивать и понимать, что здесь как дополнительная опция для самих себя. Ну и вам объясним. В принципе, я уже все рассказал. Стекло это тоже дополнительная опция, ребята. Фара это тоже, по-моему, дополнительная опция. Вы можете без этого всего заказывать. И само собой, ну, если вот покупать базовую модель, которая вот обычно в магазинах продается, то это очень и очень, как говорится, недорого. Ну, если вы не хотите, либо у вас не о чем, негде это делать, нечем делать и так далее и тому подобное, можно, понятное дело, на сайте у компании «Ураган» все там потихоньку собрать, конструктор, как говорится, по своему заказу утвердить это все, и вам соберут, пришлют его. Сейчас мы оглобли устанавливаем. Здесь на крепление оглобли есть смазка. Это важно. Все.
крепление сидушки тоже, ребята, другое стало. Здесь барашки придумали. Тоже все со смазочкой, все нормально. Сейчас мы сидушку будем крепить. Тут какие-то большие. Аккуратней. Шайбы, руки главное. Тут, наверное, надо поднять ее. Поднимать. И ты там держи, я буду закручивать. Сидушка, получается, крепится на 3 болта на 17 мощные и на 2 барашка. То есть она явно никуда не денется. При том, что старая модель, по-моему, то ли на 2, то ли на 4 крепилась. И этого хватало. Здесь еще мощнее сделано. Похоже, дополнительные втулочки нам еще положили для вот этого места. Это крепление рамы вот этой сидушки с оглоблей к рулю. Вот здесь это все должно крепиться. Вертикально и повышается. Он свободно будет крутиться. Просто это вот наклон-то запас маневренности. А, ну да. Все, теперь поняли, в чем дело. Так, я тоже понял, почему у нас изгиб руля. Это как раз ход, запас хода. Вот видите, чтобы... Это вот назад, наоборот. Это вот так вот поднимаешь? А, да, это вот здесь. На спуск. Нормально, что придумано. Но получается, есть стопор. Еще одну вещь, доработку увидел. Это вот эти накладки. Это для того, чтобы помогать ногами рулить. Редкий случай бывает, когда это надо, но бывает надо, и, допустим, ну, сапога не хватает за обычную вот эту вот железную раму зацепиться, а здесь вот придумали накладочку, и теперь можно будет помогать, управлять, вот так даже ехать, там, спать, едешь, спишь, и крутишь все. И, кстати, о музыке, здесь мы еще доп. Опцию поставили конек. Конек сейчас покажу. Что такое конек? Это вот эта вот железка, чтобы на льду поворачивать было удобнее. Ну и здесь, само собой, накладочки стоят везде. Вот эти все накладки здесь на толкаче и там. Это тоже, ребята, доп. Опция. Но чем это хорошо? Во-первых, меньше идет, скажем так, скольжение какого-то, да? Лучше идет скольжение, меньше этот цепляется за все. Во-вторых, 3 сезона с небольшим эксплуатировали промысловика. Переворачиваешь, и такое ощущение, что волокуши вообще с ними ничего не было. Даже вот эти накладки, они не сильно пошарканные, поэтому их хватает на дольше, и меньше к ним, вот именно к этим штукам, прилипает снега. Казалось бы, вроде бы какая-то такая вот вещь, нужная, не нужная, а она рабочая.
Ветровик установили, ветровое стекло. Оно, кстати, гнется хорошо. Ветки. Края проложены тоже. Да, и края здесь вон проложены, чтобы не резаться. Но это мы сейчас снимем. Посмотрим вместе с вами, как тут будет. А что-то так веленько как-то. А если крест-накрест? А здесь, скорее всего, сюда продевать надо. Вот сюда. Ну да, и ничего там нигде не цепляет. Все нормально. Ну вот такое ветровое стекло получилось. Пленку сняли. Все видно. Вау, нормально. Плюс тут закрывает уже гораздо лучше. Ты говорил, здесь, вот видишь, тут тоже приспособление. Как бы по струе воздуха, оно вверх будет идти. То есть все равно здесь гораздо теплее теперь будет. И защита от веток будет. А то я иногда прятался. Ну, хотя, если честно, она сильно не напрягает. Прикручиваем тормоз. Да, ручку тормоза надо прикрутить. Теперь есть тормоз. Тоже заказали как доп-опцию. Оно, конечно, не часто надо, но надо. И как раз, когда надо, так надо прям, что аж прям ой-ой-ой, как надо. Теперь будет. Только вот тут провод длиннее, конечно. Его можно будет назад стянуть чуть-чуть. Что я здесь нашел, то есть вот, допустим, вы затормозили, и если что-то как-то надо выйти, оп, и зафиксировали тормоз. Оп, и все нормально. Очень интересная штука. Прям, оп, одной рукой все делается. Типа этот, ручник? Типа ручника, да. Так, тросик газа. Пришло время подсоединить. Так, мотор Лифан у нас. Вот. Если что, наклейку просто сняли. Звонили Алексею, говорит, там просто наклейки нет. Ее лучше убирать. По-моему, сюда, если мне память не изменяет. И... Так, да? Да. Все нормально. Газуй. А ну-ка ты нажми на газ, я посмотрю. Полностью. Да, полностью. Угу. Надо фильтр тоже дозаказать на всякий случай. Если кто будет когда-то покупать примерно такие же моторы, 15-20 сильные, там 18 сильные, рекомендую вам примерно после каждых там километров 20-30 первое время протягивать глушитель и бензобак протягивать, чтобы ничего не разболталось. И потом он встанет, как говорится, на свое место уже полностью, и ничего с ним не будет. Это недолго делается. И не трудно. Вот они полчики. Все протянул и все. Обкатывать надо часов 10. Вот, поузнавал. Именно этому мотору надо дать чуть-чуть порезвиться,
то есть чтобы он не монотонно ехал и не на холостых, а так, то такую работу, то такую, и все, и потом поменять масло после 10 часов. Но мы, по-моему, все подключили, да? Да, все. Все подключили, подсоединили. Узнали мы, что это такое, это, скажем так, новая очередная доп-опция, царапки называется. Нужна она в основном для первого льда и для последнего льда. Срок годности склизом увеличивает. Хотя вот мы сколько покатались на своем, на том, склизы, как бы, ну, все с ними нормально было. Ну, я думаю, с этими штуками сроки эксплуатации еще больше будут. И насчет вот этих вот узнали штук, что это такое. Вот это уже доп-опция. Это вот здесь отсоединяется и подсоединяется вот сюда, вот крепление. Это тоже, если там забуксовал, какие-то есть сложности с выездом из очень глубокого снега, вот их туда переставляешь и помогает. Кстати, если спросите, почему мы выбрали опять эту компанию, а именно, ребята, поэтому, что мы уже поездили на их технике, мы знаем, как себя эта техника ведет, она действительно очень проходимая, ну, скажем так, экономичная, может она, в принципе, на мой взгляд, довольно-таки даже больше, чем именно Буран, как минимум, одно и то же, только по цене все равно дешевле получается. У нас со всеми дополнительными опциями, с волокушами, с накладками, в общем, со всем, со стартером, аккумулятором. То есть, ну, вообще все, что здесь улучшено и увеличено по мощности. Кстати, это модель Сибирь укороченная, вот, не Тайга, здесь Тайга. От тайги гусеница. Гусеница здесь тоже, получается, шире стоит, как доп-опция. Поэтому на все про все было затрачено 315 тысяч. Это без доставки, да. Доставка обошлась, мы считали, 21 тысяча 10 рублей. Второй момент, почему мы его, именно его взяли. Потому что Алексей сделал персональную скидку. Возможно, за то, что в свое время показывали и эту технику вы покупали. И многие, кстати, из вас ее покупают. Недавно вот мне люди звонили. Должны были купить с Мурманской области. Я как бы так немножко рассказываю, как она себя вела, техника ведет и так далее и тому подобное. То есть эти моменты объясняю. То есть действительно, эта техника рабочая и зарекомендовала. Лично я ездил на промысловике. Самая максимальная глубина была, у нас есть видео, 1,10 м. Мы там палкой мерили, катались, причем пригруженные катались. А в конце видео, мало кто этот момент видел, но кто видел, тот вспомнит. Я слазил с мотобуксировщика, ну, он стоял на тропе, я с него слазил и провалился вот посюда. То есть, пожалуйста, а эта техника ездит и нормальная. В общем, покупали ее по причинам того, что мы уверены в этой технике. Всем нашим требованиям данная техника полностью соответствует, даже я скажу немножко больше, а с тем моментом, что это еще мощнее будет аппарат, я думаю, вообще все вопросы закроются лично у нас. И она будет служить нам верой и правдой долго. Так что будем кататься, будем снимать какие-то выезды, соответственно, вы все увидите. Кстати, я здесь еще одну новость, новшество увидел. Это вот, как я понимаю, это натяжитель. То есть, когда вы ремень будете менять, вот эта вот гайка ослабляется, и вот это вот, вот тут ослабляется. А вот этим вот моментом, это, ну, натяжка получается ремня на вариатор. Вот. В прошлый раз это надо было под стуком двигать установку, а теперь вот даже есть болтик. Так, я хочу, кстати, капот снять, посмотреть, что тут у нас под капотом находится. Заодно снять его, ну, поглядеть, насколько это все быстро делается. В полевых условиях, как это все будет выглядеть. Так, на 4 болтика он всего крепится. Снимать надо аккуратно, потому что здесь идут провода. Вот здесь кнопка вкл-выкл. И что-то вот здесь еще. Пока не разобрались, разберемся. Так, вот тормоз, ребята. Вот он тормоз, который мы поставили.
Так, ну-ка я сейчас нажму, что там будет происходить? Да, сжимает. Вот она, коробка задняя. Вот скорость включается рычагом. Вот так, я так понимаю, выключается. Вот он у нас аккумулятор, где стоит. А вот стартер. Вот. Так что заводиться у нас еще будет, помимо вот этой шмыргалки, через кнопочку. Сейчас еще вам кое-что расскажу, покажу. По поводу вот этой вот кнопки, смотрите, ребята. Вкл, выкл. Это кнопка для дроссельной заслонки. Вот этот вот Лифан мотор 20 сил, он не будет заводиться, если вы заслонку не откроете. То есть подсос так называемый. Ну вот, допустим, я нахожусь на технике, чтобы мне не прыгать туда-сюда, я вот так вот вкл нажал, вкл, и завожу. Также скорость переключать заднюю. Оп, все это с места делается. Что вот у нас вот это вот? Это, ребята, масса. Вот я ее должен открутить. Все, масса откручена. Когда вы глушите и несколько часов, либо дней не подходите к технике, соответственно, массу надо отключать для того, чтобы у вас не разрядился аккумулятор. Ну, вот если заводить или еще что-то, вот вы всю массу закрутили. Кстати, сейчас я залью топливо, ну и попробуем с вами завести его первый раз. Раньше крышка без цепочки была. Сейчас даже цепочка есть на крышке. Хорошо длинную цепочку сделают, обычно короткая, раза два. И мешается крышка постоянно. Был вороночку взять, что-то я забыл. И бутылок попроще. Я вот с бутылок никогда не выливаю полностью. Мало ли там какая-то водичка. Или еще что-то. Всегда оставляю там немножечко. Топливо я залил. Крышка тут, кстати, другая. Вот раньше, ну, бак такой же, здесь литров на 5 стоит. Мы раньше, помню, заливали полную под горловину, литров 7 получалось. А потом выяснилось, что если полный бак заливаешь, по крайней мере так, крышка не сильно плотно держала, и у вас немножко разливалось топливо через крышку бака, получается. Можно было подумать, что у вас расход топлива гораздо больше, чем он был на самом деле. Я думаю, мы больше не будем заливать. И другим не советую его прям полностью. Так что пускай здесь, как вот сейчас у нас есть, по 5 литров будем с собой запасной возить бензин. Место тут навалом куда поставить. В свое время мы канистру сюда ставили. Вот. А здесь даже если небольшие канистры будут, в принципе можно и две попробовать поставить. Короче, места много. Что гофр огромный, что тут огромный. Короче, хватает. Так, что, мы будем пробовать, наверное, заводить его, ребят? О, схватывает, да? Угу. Что, ребят, в общем, что у нас произошло? Созвонились с компанией,
объяснили ситуацию, что вот у нас что-то не то. Вроде завелся хорошо, но ну, дымит чуть-чуть, не едет, как-то вот я газ нажимаю, то есть что-то не то. Нам первый же вопрос сразу задали, и он оказался прямо в точку. Как транспортировали ваш буксировщик? Понятно, всю дорогу мы не знаем, но мы знаем, что мы сделали. Мы его когда снимали, вот случайно у дяди Вади спину прихватило, и у нас мотобуксировщик вот в таком положении встал. Ну, мы же как бы не знали, что для такого мотора 45 градусов, ну там даже от 30 начинается градусов, особенно в нерабочем состоянии, это критически, нельзя. В этот момент происходит проникновение бензина в масло. Вот, нам посоветовали посмотреть, что там, так это или не так. Вот, ну мы, понятное дело, открутили сливную крышку, вот она здесь, вот даже видно масло у меня осталось. Вот, и масло сразу... ну, как бы вытекло оттуда, то есть больше нормы было, значит, получается так, что бензин действительно туда попал из-за вот этого критического угла, масло на запах почувствовали, что там бензин прям откровенно чувствуется, и в общем, получается так, что нам теперь надо поменять масло. Ну, пока мы не можем на нем ездить, это нельзя ездить с маслом, вот, и друг наш Александр, который разрешил все это собрать у себя в теплом гараже, тоже разрешил его оставить. Вот мы его так поставили. Саша загнал машину свою. У нас 40 сегодня вообще уже давит. Вчера 35 было. Вот, поэтому что-то я сейчас здесь делать как бы так и не смогу. Потому что менять масло, это нам надо опять же все снять, куда-то это деть. А это уже пока у нас тут одето. В принципе, можно поизгаляться, попробовать. Но потом опять его надо задирать, поднимать. Здесь как бы нам тоже немножко мешает. В общем, не то, что мешает, ну, как бы, как есть. Сейчас ждем, когда потепление у нас будет. Я похожу по городу, поищу масло. Масло здесь вначале надо заливать 0W30. Не знаю, вообще такое есть у нас в городе, нету. Если нету, то буду на Валберисе, наверное, заказывать или на Зоне. Где-то так. То есть пройдет опять же какое-то время, после чего мы устраним вот эту вот оказию, которая случилась. Ну, то есть, это наша ошибка, понятное дело. Ну, теперь, кстати, если у кого-то такое приключится после транспортировки, знайте, проверяйте сразу масло на запах, если там бензин или нет. То есть, возможно, где-то при транспортировке еще, может быть, на складах, или там как-то грузили, везли, поставили как-то там в машине, не знаю, всякое бывает. Вот, весь путь невозможно просмотреть, как техника кому доставляется, соответственно. Если у вас будет такой же чихпых, ну вот, получается такая оказия, что попадает бензин в масло, и нельзя его эксплуатировать, надо менять масло. Поэтому нам сейчас надо его купить, заменить, 10 часов обкатать, и еще раз его заменить. Вот. То есть попали мы немножко на масло, и на время. Поэтому потерпите еще немножечко, как мы устраним неполадки, плюс, как говорится, то, что на стриме я говорил. Так и добрый путь. Ну, а прежде чем попрощаться с вами, дорогие мои друзья, я хочу поблагодарить всех тех, кто откликнулся на помощь, добавил нам на покупку мотобуксировщика. За любую сумму я всем одинаково выражаю свою искреннюю благодарность, душевную благодарность. Огромное вам спасибо за неравнодушие, за ваш отклик, за вашу помощь. Как говорится, низкий поклон, ребята. Плюс большая благодарность Алексею, непосредственно директору фирмы «Ураган», за предоставленную скидку. Большое вам всем спасибо, друзья. А теперь будем прощаться. Желаю вам всем счастья, здоровья, сил побольше, мира в дом и будь добру, ребята.